Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы смеемся, потому что холодно, зуб на зуб не попадает. Тем не менее, мы работаем для вас и строим SkyWay, и рассказываем об этом. В Эхотехнопарке сегодня холодно. Сергей Викторович Зайко, руководитель организации строительства ЗАО «Струнные технологии», наш сегодняшний уже привычный собеседник, расскажет он нам сегодня о том, что же происходит в Эхотехнопарке. Здравствуйте, Сергей Викторович. Добрый день. Расскажите, что же сегодня делается? В основном работы, как я вижу, ведутся на грузовой трассе. Да, на сегодняшний день ведутся монтажные работы по монтажу металлоконструкции первого разворотного кольца грузовой линии. Значит, 60% металлоконструкции смонтировано. Значит, эти конструкции сейчас свариваются, подгоняются, устанавливаются в проектное положение. Скажите, вот мы видели, что вроде бы и на втором кольце начинается какое-то движение, подвезены уже металлические структуры. Что там делается? Там выполняются подготовительные работы для монтажа металлоконструкции. На сегодняшний день там выполнена гидроизоляция, выполняется обратная засыпка с послойным уплотнением грунта. Это уже вы рассказываете о нашем любимом приямке. Так точно, да, это мы говорим о приямке. Спасибо вам большое. Успеха в таком нелегком, особенно в такую погоду, деле. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект. Всегда же приятно сидеть на теплом диване и наблюдать, как другие для тебя в холод работают. Строй SkyWay! Спасай планету!